Добрый день, меня зовут Александр, и сегодня я хотел бы сделать видеоотзыв сотрудничества с интернет-магазином Улей.ин. 12 июля 2016 года мною был проведен на данном сайте заказ. После проведенного заказа необходимого инвентаря для работы на пластике со мной связался менеджер компании, уточнил контактные данные и наименование заказанной продукции. Буквально на следующий день пришла смс-ка с номером декларации об отправке новой почтой посылки. Сегодня 14 июля 2016 года, посылка получена. Мною на отделении новой почты, в принципе, она проверена. А сейчас я хочу вам продемонстрировать, что же в этой посылке и какого качества полученная продукция. На упаковке. Находится декларация заказа с наименованием продукции, которая находится в упаковочке. Упаковка компактная. При транспортировке инструмент находился в статическом положении. Кроме заказа, работники интернет-магазина прислали прайс-лист ценами станом на 18 июля 2016 года. Итак, теперь пройдемся по самой посылке. Стаместка пасечная с деревянной ручкой, нержавеющая. Вот она. В принципе, неплохого качества. Незаменимая вещь для работы на пасеке. Так, далее. Вилка пчеловодная из нержавеющей стали пластмассовой вставкой, знутой иглой, нержавеющей. Вилка пчеловодная пластмассовая. Стаместка пасечная гвоздодер, козья ножка, либо по-другому называется американка. Щетка пасечная, натуральная, однорядная. Скребок, лопатка из нержавеющей стали. Нож нержавеющий 200 миллиметров. И, наконец, вымар пасечный из оцинкованной стали с съемным мехом. Вот. В принципе, все, что я заказывал, мною получено. Качество продукции, в принципе, неплохое. Благодарю сотрудников данного интернет-магазина за оперативность. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Спасибо.